Знакомьтесь, это Джек, подвижный пес охотничьей породы Джек Рассел Терьер. В питомнике, где его взяли щенком, каждой собаке ставят клеймо с уникальным номером. Раньше такую процедуру использовали в основном для породистых животных. Клеймо обозначает то, что парень чистокровный, что никаких в нем примесей нету. И в принципе это клеймо дает то, что если вдруг он сбежит, потому что он очень активный, не уследишь за ним, то его смогут быстро найти, обратиться по вот этим цифрам. В сентябре этого года вступает в силу закон об обязательной маркировке домашних животных. Все владельцы кошек и собак должны будут пронумеровать своих питомцев. Способы прохождения такой процедуры разные. Это использование электронной бирки, нанесение татуировки, применение специального кольца или ошейника или введение под кожу микрочипа. При чипировании, значит, заполняется регистрационный лист, в котором указывается, значит, владелец животного, там, где он проживает, его ИНН, значит, и, соответственно, все данные животного: кличка, возраст, порода, окрас. Уже сейчас маркировка животного необходима для вывоза питомца за границу. А с января 2023 процедуру должны пройти все кошки и собаки. За нарушение правил владельцам будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей. Евгений Михайлов, Николай Ларченко, Телемикс.